Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую, сегодня будет ламповое видео, а именно я вам расскажу последние новости, которые произошли. Ну и конечно же, поработаем дальнобойщиком. То есть сегодня я вам расскажу, куда делся Магнум, как я дал долг, как я остался без денег, что я буду делать дальше, ну и покатаем рейсики, потому что многие просили будни дальнобойщика. Поэтому все для вас, ребятки, усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Но для тех, кто не знает, я играю на Amazing RP, на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод Полканов, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. За него вы получите 300 тысяч рублей. Ребятки, я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Как я и сказал, это ламповое видео, здесь не будет там экшена, но зато вы узнаете последние новости, мы покатаем дальше, пообщаемся там и так далее. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, давайте начнем с того, зачем я продал Магнум, за сколько там и так далее. Короче, как вы знаете, я был должен 120 миллионов. Правильно, правильно. И мне нужно было эти деньги дать за полтора месяца. Я как бы потихонечку копил с бизнеса там на Дальна, там что-то перепродавал и так далее. В итоге я купил себе Магнум. За это вы меня, кстати, осуждали в комментариях. Не все, но многие осуждали то, что вот ты должен деньги, но ты покупаешь себе Магнум. Но я говорил то, что если нужно будет уже отдавать долг, я его просто продам. Так оно и получилось, ребятки. Я продал Магнум и продал его дороже где-то на 5 миллионов. Да, Магнум, конечно, жалко, он классный, прикольный, но надо идти дальше, пацаны. Тем более, я уже очень сильно хотел отдать долг, я уже просто хотел зарабатывать на себя. Но все-таки я смог за полтора месяца накопить 120 миллионов рублей. Я считаю, это даже неплохо. Долг-то я дал, это хорошо, пацаны. Но на чем теперь мне работать? Да, я остался без личного тягача, без газона там и так далее. То есть я продал газон, чтобы купить бизнес, и я продал Магнум, чтобы отдать долг за бизнес, понимаете? То есть я остался полностью без колес, я остался без рабочего транспорта. Я до такого дожился, то что у меня нету личной фуры. Я, блядь, дальнобойщик, 112 скилл, мне не на чем работать. Это просто пиздец, извиняюсь за мат, конечно. Я сейчас буду с нуля копить себе сначала на газон, первый чип там ФТСТО, ну а потом уже буду копить на газон третий чип нитро. Скорее всего. Также, ребятки, хотел вам рассказать немножко про семью. Произошли некоторые изменения, о котором я вам хочу сказать, чтобы потом в дальнейшем не было вопросов. Да, пацаны, это, если что, моя семья, но теперь она закрытая. То есть, чтобы сюда попасть, нужно быть нормальным кентиком, с хорошим, более-менее имуществом, чтобы не было реально каких-то попрошаек. Не в обиду, пацаны, я понимаю то, что я ютубер, и по факту я должен принимать всех людей, но от этого, пацаны, как бы ничего лучше не будет. Я уже пытался принимать от всех, и постоянно люди нарушают, тратят ваучеры, машины бросают там и так далее. То есть мне это надоело, и мы с Максимом решили то, что с Фомом будет закрыто. У нас с вами будет там пару человек нормальных. Если вы хотите к нам попасть, то как-то вы должны завоевать наше доверие, так сказать, быть нормальным кентиком. Я не говорю то, что мы там зазвездили, знаете, то, что вот, ебать, мы там ЧСВ, все идите нахуй, ебать, мы там пиздатая Фома. Нет, пацаны, такого нету. Это, ребята, сделано для того, чтобы просто Фоме были нормальные кентики, чтобы они не рушали, чтобы они как бы не позорили семью. Поэтому я думаю, это правильное решение. Также, ребятки, мы немножко начали балдеть по граффити, потому что мы с них нафармили. Дай боже, просто, пацаны, это реально такая выгодная тема. Мы, короче, два дня держали, пацаны, сотку. То есть это реально было охуенно. Мы столько нафармили всего, пацаны, столько патронов, столько материалов, я вам чуть позже покажу. Сейчас, как бы, да, у нас 56%, но в принципе, мы и так неплохо нафармили. То есть мы реально, пацаны, два дня держали сотку граффити, понимаете? 100%. Такая прикольная темочка, то есть, в принципе, ничего сложного. Баллончика у нас дохуища просто валяется. Побалдели немножко, закрафили 100% граффити, заработали материалы, патроны, бабки, ваучеры. То есть это реально тема.
Да, возможно, это немного. Я уверен, что там в других фамах есть намного больше. Но мы за 2 дня накопили, получается, почти 70 тысяч материалов, то 20 тысяч патронов. Также в будущем, ребята, мы планируем поменять название семьи. Возможно, это даже сегодня произойдет. Ну и Туп Легенд, пацаны, это уже не то. Не то, что нам это название не нравится. Название это нормально. Просто Туп Легенд это было название такое, когда мы только пришли на 02. У нас была компания, потом Туп Легенд. Семья будет называться по-другому. Пока что не знаем как, то есть мы там еще придумываем. Там есть пару вариантиков. Вот вы сами можете во всем убедиться, то, что семья действительно закрытая. То есть мы оставили чисто тех людей, людей, которые играют, и тех людей, которым мы доверяем, которых мы знаем, и которые согласны, в принципе, с нашими правилами. Ну, а на чем я буду катать, вы спросите, ребятки. Ну, мне мой дружочек, пирожочек, дал покатать газончик. Это Ваня, получается, Адигамов, Ванюшечка, который мне предоставил свой газон. Газончик у него заряженный. Здесь, получается, стоит 3-й чип, нитро, гидравлика и неон-градиент. Вот вам, пацаны, ПТСик, на всякий случай. Да, целочка убитая, надо будет починить. Давайте сейчас заедем в самое лучшее СТО-пацаны Максимчика. Кто не знал, возможно, есть такие люди. Максим приобрел себе СТО на кольце Южного. Кому реально, ребятки, нужен будет тюнинг, залетайте просто. Скидочки стоят постоянно. Продукты есть, поэтому там фары, диски, там туда-сюда жила-была. Ну, а я заехал для того, чтобы перекрасить. Извини, Ваня, конечно, он по-любому этот видос смотрит. Но, блять, меня эта синяя кабина уже подзаебала, честно. Она меня прям бесит. Я хочу сделать белую кабину просто. Вот так вот, ребята, я думаю, намного красивее, прям булочка просто, просто булочка. Посмотрите, блядь, ну беленький на черных дисках, ну пушка, ебать. Согласитесь, ну напишите реально, что лучше было, когда синяя была кабина, либо вот такая вот беленькая. Да, пацаны, мне этот газон дали покатать на время, это не мой газон. Напоминаю, пацаны, то, что я как бы продал Магнум, у меня нету моего транспорта для работы, для боечка, но, скорее всего, как раз в пятницу я уже куплю себе свой газон на первом чипе ФТСТО. Да, пацаны, это будет жестко, потому что, прикиньте, я сначала катал, получается, на газоне 3-й чип аудио нитро, потом я купил себе Магнум, 3-й чип нитро, сейчас мне дали обратно газон покатать, и потом я пересяду на газон 1-й чип. Почему, кстати, именно газон я буду брать, а не там Renault T, либо Магнум, потому что Магнумы дорогие, там 3-й чип нитро вообще не продают. Видел, продавали 2-й чип нитро-гидравлика за 30, но это дорого. На газоне просто нету комиссии. На газоне реально нету комиссии. Магнум охуенная тема, пацаны. Я вам реально отвечаю, мне Магнум прям зашел охуенно. Везде есть но, я вам говорю то, что комиссия, блядь, за прицеп, это пиздец. Она реально сильно бесит, лично меня. Возможно, кого-то она не будет бесить, но меня она бесила пиздец. Ты за каждый рейс отдаешь по 4, по 5 тысяч. Это реально меня очень сильно выбешивало. На газоне зарабатывать намного лучше. Я об этом всегда говорил и говорить буду. Магнум для души, газон для работы. Запомните, ребятки. Ване реально большое спасибо. Огромное просто спасибо. То, что, понимаете, он пожертвовал собой. То есть, как бы, ну, ему не на чем работать. Он дал мне свой газон. Сказал, вот, типа, бери, покатай, накопи, типа, себе на газон. Ему реально, блядь, респект, большое спасибо. Вот такие люди должны быть реально в семье. И такие люди вас должны, пацаны, окружать. Вот это я называю, друзья. Друзья, чтобы вы понимали, я за вчера, короче, 2 раза права проебал. У меня, сука, вечная проблема. Я, блядь, забываю оплачивать штрафы. Я бывал за неделю, там, раз 15 права проебал. За неделю, понимаете? Там фух-фух, ебать, не успел остановиться на красный, все, пизда. Ты без прав, ебать. Либо какой-то долбоеб тебя влетел, нахуй, у тебя последний штраф. Тоже такая хуйня была. Короче, у меня права улетают только так, реально. Ах да, ребятки, что я вам хотел еще сказать? Да, я дал долг, я об этом вам сказал. То есть это теперь полноценный мой бизнес. То есть вот перекресточек, ебать. Наконец-то, блядь, это мой полностью теперь бизнес, потому что я был должен, ебать. Это пиздец, пацаны, просто был, реально. Лавеха отдана, то есть я полностью погасил долг, теперь это полноценный мой бизнес. Можете реально приезжать, закупаться, никого не заставляю, но если что, цены у всех одинаковые, можете закупаться там ремки, самокаты, ебать, аккумуляторы. Короче, есть все, пацаны. Давайте финочку вам тоже покажу, вот, как бы, ну, 2-2-2-2, то есть подвушечки в последнее время залетают прям красиво, то есть я реально бизнесом очень сильно доволен.
Просто вы помните то, что я говорил, блядь, я его продам только за 800 лямов. И Ваня хотел у меня купить уже. Уже сегодня я должен был ему продавать бизнес, пацаны. Я как-то, блядь, не знаю, я передумал, короче. Ваня, блядь, я думаю, не сильно будет обижаться на меня. Просто у Вани тоже есть бизнес. Сейчас давайте я вам его покажу. Я посидел, подумал, то что по факту, если я продам, у меня будут бабки. Но вкладывать их там в машины, блядь, в дома, ебать, это долбоебизм, понимаете? В этом нет никакого смысла. Поэтому я решил, то, что пока что я не буду продавать бизнес. Возможно, если мне дадут больше, чем 800 миллионов, я его продам. Потому что, пацаны, цены, блядь, растут нахуй, реально. Цены растут пиздец. И потом что-то купить, блядь, будет нереально, понимаете? Вот, если что, Ванин бизнес, пацаны. А именно это лесорубы возле заправки Батырева. То есть вот заправка Батырева, вот как бы его бизнес. У Вани финочка здесь тоже такая сладенькая, там лямчик, ебать, лям 500. Там бывает 2 миллиона. То есть финочка реально бодренькая. Поэтому, кто желает, можете тоже к нему приезжать. Ванечку поддержать, так сказать. Кент реально охуенный, пацаны. Лесорубы рядом, там заправочка, ебать. Кавказская мафия, то есть нормальное местечко такое. Финочка у него тоже неплохая. Но он хотел купить у меня бизнес. Он должен был сегодня продать этот бизнес и купить у меня бизнес. Но, к сожалению, как бы я передумал. Потому что, да, у Вани будет бизнес. А я потом в итоге нихуя не куплю, понимаете? Допустим, у меня будет 800 миллионов, я там, возможно, еще накоплю бабок, ну, плюс-минус будет миллиард, да? Я нихуя не куплю, пацаны. Потому что, во-первых, ничего не продают, а если продают, то пиздец дорого. Да, я понимаю то, что я тоже хуесос, то, что вот я купил там за 600 миллионов свой бизнес, там, готов его продать, допустим, за 900, да? То есть, да, я тоже по факту хуесос, потому что я набиваю цену. Но я это делаю из-за того, то, что я понимаю, я ничего лучше не куплю. И я понимаю то, что у меня хороший бизнес, у меня хорошая финка, и у меня продукты рядом находятся. То есть, мне с бизнесом не нужно там заморачиваться. Мне продуктов хватает там на 2-3 дня спокойно. И фулл склад завести это реально 15 минут времени. Короче, пацаны, реально, напишите в комментариях, прав я или нет, то, что решил не продавать. То есть, по факту, навар 200 миллионов. Вот вы бы продали на моем месте его, или лучше оставили бы и копили бабки. Я вот сначала, знаете, такой подумал, то, что, ебать, навар 200 лямов, думаю, нихуя себе, ебать. Думаю, вот это класс. А потом посидел, подумал, ебать, охуенно, блядь. Посидел, подумал, сука, и умер, нахуй. Блядь, я, сука, на хп не смотрел, да, ебать? У меня хп по-любому мало было. Я посидел, подумал, ебать, такой навар, ебать, 200 миллионов, думаю, нихуя себе, ебать. Вот это я, блядь, бизнесмен, нахуй. А потом, блядь, посидел еще, нахуй, подумал. А шо я, блядь, куплю, нахуй? А шо, ебать? Ну, нихуя я не куплю. По факту, самый пиздатый 24/7, это Перекресток и Рублев. Я хотел Рублевку купить, но Ричард, ебать, он сказал, я даже за 1 миллиард 500 миллионов не продам, понимаете? Ну, там реально финка, дай боже. То есть, ну, по факту, ему нету смысла его продавать. Ну, как бы, алярд 500, ебать, даже если бы я хотел бы, я бы хуй бы их нашел, понимаете? Поэтому лучше потихонечку сидеть, ебать, бабулеты капают с бизнеса, надально катать, и с этого я буду зарабатывать. Ладно, про бизнес мы попиздели, пацаны. Извиняюсь, если я там сильно на ухе вам присел, на уши вам присел. Я, скорее всего, там обрежу дохуя моментов, чтобы там вам сильно не грузить голову. Короче, насчет дальнего у меня вот 112 скилл. Ну, чуть-чуть, ебать, сколько там, ну, 140 рейсов еще и будет 113-й, но по факту, блядь, толку от него ноль. Кстати, да, многие меня просили в комментариях, то, что я записал, будет дальнобойщика, поэтому получайте, пацаны. Вы кто писал, реально, поставьте лайк. Если хотите в дальнейшем видеть, будет дальнобойщика, как я буду там зарабатывать себе на газон третий чип нитро, там, и так далее, то есть, если хотите такие, будет дальнобойщика, то напишите об этом мне в комментариях, то есть, я готов, как бы, снимать, я люблю попиздеть, понимаете, но как раз я буду и дально катать, и вам что-то рассказывать, с вами чем-то делиться там и так далее. Будет дальнобойщик, да, пацаны, это старая такая тема, старая рубрика, ебать, еще там с 2015 года, по-моему. Скорее всего, это уже не актуальная такая тема, ну, посмотрим, как вам этот видос зайдет. Если вам понравится, то в дальнейшем буду также записывать такие ролики. Ну что, ребятки, дракона, ебать, заправил, нахуй, можно вылетать, ебать, да ты шо, Валера, блядь, давай газку, нахуй, да ты шо, ебать, давай, в осечечку, блядь, похую, блядь. Зеленый, ебать, заебись. Еще один зеленый, заебись, ебать. Вот это, сука, блядь, крокодил, нахуй. Смотрите, блядь, на этого, сука, бегемота, нахуй.
И гидравлика, конечно, тема реально. Чисто постоял, попрыгал, ебать. Полетел, ебать. Кто-то на встречку выехал, ты гидравлику хуяк нахуй. Какой ебаный он, блядь. Он улетел и все, и охуенно. А тебе хуй на наебать. Ты вот так перелетел его, ебать. Сверху, ебать, как уебал, и все, и поехал дальше. Бочком, ебать, да ты шо, Валера, блядь, тормози нахуй. Давай, 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 полетел, ебать, родной. Я понимаю то, что мы за эту серию вообще нихуя не заработаем. Пацаны, по бабкам, потому что я дохуя пиздел. Гонка, давай, блядь, дергай его, блядь. Давай. Вот так, бочком ебать, умеешь, родной? Вот так вот ебать. А, все, ебать, до свидания. Уже на газоне, ебать, не первый день, поэтому, ну. Тапочку в пол, ебать, и до отсечки, как говорится, ну. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Да, но не было там супер какое-то информативное. Там не было какого-то экшена, каких-то приколов. Но видос получился ламповый. Я вам рассказал все последние новости. Там, куда я делал магнум. Что я теперь буду делать. Я дал долг. Что с семьей там и так далее. То есть я вам рассказал все, что происходило, в принципе, за последнее время. Я думаю, вам такая темка была интересная. Потому что мало кто вообще из ютуберов рассказывает, что у него происходит, понимаете? Все подробные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить промокод, потому что за него получите 300 тысяч рублей. Всех обнял, приподнял. Огромное спасибо, что уделили мне время, зашли на этот ролик. Кто желает посмотреть, как я больше катаю, то, конечно же, приходите на стримы. Я там буду этим плотненько так заниматься. Ну а так, ждите новых роликов, пацаны. Всем пока-пока.